Всем приветик! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные домашние котлеты с добавлением сливочного масла. Котлеты получаются нереально сочные и вкусные. У меня 500 грамм куриного филе я перекрутила на мясорубку. Также добавила одну луковицу, натерла на терку. И добавляем с вами хлеб. Грамм 200 вымочить в воде или в молоке, отжать жидкости и добавить к фаршу. Все хорошо перемешать. Также добавить соль и черный перец по вкусу. Теперь берем 50 грамм сливочного масла. Масло должно быть с морозилки, потому что мы его будем с вами натирать на крупную терку. Натерли мясо и добавляем в наш фарш. И все хорошо перемешиваем. Перемешивается очень легко и просто. Фарш наш на котлеты готов. Теперь берем сковородку, отправляем на огонь, добавляем масло, пусть разогревается. Теперь нам понадобится пару ложек муки, 3-4 ложки. С помощью рук делаем котлеты и со всех сторон муку и отправляем на разогретую сковородку с маслом. Жарим на маленьком огне примерно по 5 минут с каждой стороны. Крышкой я не накрываю, так как куриное мясо, оно прожаривается очень быстро. Вот так легко и просто мы с вами приготовили, очень вкусные ароматные котлеты.